Так, вот перец красный, семена спиру, весь в завязях, весь в завязях, вот он. Очень хороший, такого у меня завязи и столько у меня не было, невысокий кустик. А вот это кустики у нас красные, весь тоже в завязях тут. Красный, мы уже срывали тут, это мини-перчик, сладенький, тоже сама. Вот еще вот он весь в завязях, тут зеленый, это тоже красный перец, он только начинает плодоносить, еще ничего, мало перчиков, его Явана поела, да. Вот тут больше. Тут зеленых много, еще зеленых. Вот это я не знаю, что для меня жук солнечный. Это тоже красный перец. Тоже. Но вот этот, видно, самый сильный. Который... Вот. Красный. А вот это все в завязях. Все в завязях. Перец. Мини-сладкий перчик. Очень вкусный. Я его уже на салатике использую. Вот. Это планта de авокадо. Хас. Aguacate, palta, ajas. Esta es otra plantita que está creciendo ahí también, de avocado ajas. Y de esta es dos plantas también de palta, pero otra variedad. Creo que es Florida variedad. La que está allá, esa grandota, esa sí es palta, pero es de Dominicana, esa que es la grandota. Oh, ahí está Alexandra y Andrea jugando en la piscina, aprovechando que estamos en cuarentena. Para que ellos no se aburran, ahí están ellos jugando. Дети, прыгаем, Esa piscina que está ahí fue regalo de Joanne. Joanne vive en esta casa de aquí, en esta casita de ahí. Ahí vive Joanne, pero ella nos regaló esta piscina. Aquí hay. Тут я посадила картошка. ¿Qué es eso? Картошка. Potato, potato. Oh, dice papa. Папа. И эксперимент мой. И тут планта де пампа, планта де кумата, потом это с черуки пурпул. Короче, деток я понасаживала тут. Бейзил. This is green basil, this is red basil. Красный, зеленый базилик. Альбака. Вот, ну, это под водой. Альбака. Надо воду полить водой. И все. Ну, короче говоря. Окей. Бай-бай, куинсе.